Сегодня у нас 8 сентября, ой, сентября, июня. Вот идут наш лагерь стан строевой. Что-то у них получается, однако. Нестора Господа славь! Нестор, руку в голове. Заходим. Сейчас батюшку найти надо. Он где-то там, а здесь пойдет. Так, продолжаю снимать. Велосипед поставь к стеночке. Аккуратно. Это их ухры-мухры. Нестор, к воротам никогда не ставь. Ставь куда-нибудь да, дальше. Ставь куда-нибудь другой устойчивый. Что-то смотреть будут. Знаешь, что будут говорить. Заезд на старик. Они не знают, что такой свободе живете. Свежим вот. Да посмотри, какое везде. Вот это храм. Русский. Это батюшка все насадил. Так, идем где? У нас здесь. А кто ты летаешь? Коршун. Коршун? Да. Все, просто идем. Вольно? Вольно. Вольно. Смотри, коршун. Он красавец. Смотри, как парит. Глянь, высматривай свою добычу. Да-да, птенчиков может утащить у хозяев, которые в ротозии. Смотри, ниже опускается. Сейчас курица вверх поднимется. Курица-лапа. Курица его не трогает. А кого? Тяжело ему? Ну, конечно. Ну, так-то он, в принципе, может, я думаю, утащить. Ну, в основном, таких мелких ловит. Тенечков там. Доброе утро. Вот брату Игорю приехали за зерном, за гречкой, видимо. Куда? А куда? Батюшки! Трое. 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 Какой строй? Вольно сюда команда. Да, вольно. Сейчас придет. Сейчас придет. Ему свою дверь. Видите, ласточки как. Если одни питать, он пропитал бы тут еще сколько человек. Гляди. Это что у него тут? Овес. 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 А вот сюда вот это нагружено. Тут горох у него. Там вот эта черная куча, это гречка, пшеница. Так он фермер-то такой. 300 гектар всего. Так это 300. Так еще власти подыгрывают другим, ему не столько не дают больше земли. Пайщики именно сеют. Ну как-то так получается. Пожалуйста. Тут у него всех больше ласточек. Деревня. Всех ласточек себе забрал. Домой, домой. Домой в расцепную, бегом не строим. Где он, наверное, пойдет? А где он? Он сейчас... Там, сейчас иду. Сейчас кем-то он... Там, возле своего загона. Иосиф. А. Там у овечек он. Так, а ну-ка туда выйдите. Посмотрите, Краска. Может, овечек он гонит. Других одних угнал, а ты подевал иди туда-то. За ними ты. Вот здесь стойте, смотрите, дальше не ходите. Не видно. Вот.
Он, скорее всего. Да. Трей дали не взял. Идет! Да. Идет. Только дали нет. Ага, трейми бы по-другому. Да не ураган это, а это дочка его. Крови нету? Нет, все, все, все. Пошли, пошли. Смотри, Володя, какая гладь озера. Да. Блин, не порошил, тебе тебя не будет. Ой, ты собака! Ирза, рано! Ирза, гулять! Это Рена ураганова, поэтому она и покушает на ураган. А, она дочка? Да. Марш! Далее, посмотрите, что будет. Это деревенское озеро, да? Да. Это называется лагерный пруд, где проходит крещение. Привет, Олечка. А вот посмотри, какая дыра-то в эту, вовнутрь-то. Видишь, по берегу-то гляди. Ну вот, может, там живет, может быть. Ну да. А вот палку-то взять надо, унести с дороги. Мам, что ты делаешь? Это собаки. Мать вообще сломал. Ну вот, пусть надо, чтобы он не сломал кто-то. Школьная креветочку. Вот здесь у нас была тайная баня. Тайная. Топили, когда темняется. И никто не знал. Вот об этой ложбинке, она в земле была сделана. От шалаша полностью все убрать. Лагеря нет, но сейчас людей заместить. Музей тут не относится. А то гусь, да, Владимир? Под деревом. Где? Под деревом, вон это белое что-то. Нет, это канистра. Удочки! Удочки! Удочка! Удочки! Удочки! Утка! Утка! Утки! 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 Утки, утки. Утки. А утка вон она идет. Давай, Дерек, прям. Эх, хрен ураган. Володя, ты сюда не обратил. Обращай внимание, он почти идет. Ряд обойдет. Сейчас покажется Бобер. Где Бобер? Небоброжелатель. Вот он зимой, Бобер. Под снегом. Вот это все было под снегом, что он делал. Смотри, он как обрыв. Ух ты! Муравейник. Это все он под снегом делал. Снегу было много. Ой-ой-ой. Вон ученая собака бутылки вытаскивает. Молодец. Ну, смотри, как обгрыз. Обгрыз. Здесь-то он целый. Видите? А вон-то дерево, видите, как спилено. Ты гляди, Володя. Пошла! Нельзя! Нельзя! Рен, ты же знаешь, она не знает, о ком. Ну, прибежи ее. Мокрая. Ну, я сидел. Нельзя только сам за себя говорить. Вот, смотрите, пукалочки, кто-то как-то стукнул по морде и зачет. Посмотрите, да. Главная бутылка. Так, ну иди сюда, показывай. Вот сюда идемте, сюда. Там ничего больше нет, все. Туда. О,
много же он поработал. А вот муравейник, ты видел какой? Да, а да, я показывал. Да, да. Светятся что-то. О, видел? Можно у них еще... То ли перед дождиком, то ли что. А можно еще взять соломинку, обрезать и положить в муравейник. Потом через пару минут достать, стряхнуть муравьев и облизать. Будет кисло очень. Да не так, смотри. Вот так вот, махни по морде, если она отойдет. Что вот эти? Ну там когда мы были маленькие, мы всегда думали, что муравьи, муравейники выращивают огромный гриб. Тихо, смотрим. Потом его едят. Сюда заходим. Пройдите, я вперед. Эй, камера вперед. Я крапиву уничтожу. Я для всех уничтожаю крапиву. Молодец, Нестор. Забота о ближних. Вот тут уже видно вся эта работа. Нора просматривается. Во, у него кусок. Оттуда из-под воды, я думаю, нигде больше не видать. Вот она какая хата. Длиной сколько она? 4 метра? Да, 3 метра, наверное. 3 метра. Мама. Да нет, вот до сих пор 4 будет. Ну 4. Где-то из-под воды. Ставили капканы Лёшка осенью сколько? Нельзя, пошла! Ничего нет. Он не лезет с капканом. Значит, не умеете. Но нам замечание делать, говорят, это переловить в один день можно было все. Ну, люди знатоки. Есть такие, которые тигра живьем ловят? Ну, я видел, как ловят. Ну вот. В первую очередь, они семейные, знают, с собаками. А мне мышь не поймать. Угу. Посмотри, он может быть даже вот здесь залазить. Ну нет, не видать следов-то, не видать ничего. И как он, смотри, грязью замазал, как будто залил. У него капля воды не попадает. Да, чтобы не промокало. Это как надо? Это какой строитель? Таких нету зверей больше. Это ж каждую веточку притянул. Кажется, в Америке есть такой... Они перегородили реку 750 метров. И подняли уровень. Так, выходим. Значит, вставляют там где-то, закапывают эти, потом грязью валуны подтаскивают. Острые валуны. Так. Так. Пошли, пошли, выходим, выходим. Надо вылезти отсюда. Выходите. Вон ход. Да, какой ход может быть у него? Вы поставили железку, там он вот сюда вылез и ушел. И вот. Ты не палочки лежи, а обороняйся. О. Вот смотрите, как мы в прошлом году сколько потратили времени, загородили всю плотину. Под ноги смотрите, муравьи. А что может быть? Ну, запинайтесь, ходите. Вот эти березки растут, они росли на берегу. Сейчас в воде. Подойди поближе туда, поближе к берегу. Еще одна собака. Ой, бросает. Ураган тут бы сейчас достал. Знаешь, ураган хоть на тот берег свалит. Он все равно должен. Он, видишь, отвлекается на вас просто. Хватит и вернется. Уйди. Хорошо. Хорошо, 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 ой, молодец, ай, хорошо. Вот так. Не далеко. Перехват. Так, Володя, с этой стороны сними вот эту вот драгоценность нашу. Да. Посмотри, сколько свай забито. Это каждое надо было... Найти, обрезать, заострить, осмолить и потом заколотить. Еще заскурить. Сколько здесь ушло? Кто может посчитать, сколько свай отсюда? Попробуйте, посчитайте. Вот которые вертикально стоят. Не засчитали. Скоро купаться и будем лопату искать. Лопата. Надо грабельки взять маленькие, это граблями. А то может быть на нее осадок земли там или еще. А эти сестры, что ли? Вот они сидят. Ты видишь, они грызут его.
Ты вот проходишь мимо, то ну вот они сидят на спине, то ну удачка какие-то еще. Посильнее удаляй так, что это так? Так, вот ну сейчас все. Я пойдем покажу, какие большие деревья перегрыз он. Пойдемте дальше еще. Где на завтра поедет, я и не говорю. Так, воспитание идет сынка. Она на один ваш. Выходи скорее из-под женского влияния, то горе тебе. Да, подкаблучник будешь. Это мать у него. Ну я знаю. Ну, срок-то матери кончается когда-то. Иди мигать. Иди. Все равно красивый такой. На волка похож. На волка. По ней не похож. Ну, с кем это он подгулял? Она подгулала. Так, Володя, а у нас насос поставлен качать? Нет. Поставить его на огород качать и бак закачать. Нам там для ремонта много воды надо будет. Как-то отпросить и поставить. Покажи ему. У кого опрашиваться-то? Что делать-то? Марина Ильинична. Начальник этот. Костя, все, иди. Ладно, иди. Вон ваш пирс где? Целиком вырвало. Ну, там осталось немножко. Его надо волоком притащить, там размонтировать. Вот работы сколько. Вот доски, вот они доски. И доски наши тут. Все здесь. Ты видишь, что делают. Это мы сами себе так это подстроили. Работу хорошую. Вот она будет. Ой-ой-ой. Надо вот как плавать можно. О, здесь красивых много. Давайте обойдем. А мы в сапогах. А, в сапогах? Да. Ну тогда давай. Пошли. О, я давно здесь не был, не ходи за мной. Володя, покажи, какие заросли. Да-да. Царство крапивное. Жгучие, очень сильно жгет. Особенно непослушных. Вот это чьи бутылки? У вас были бутылки, наверное, где-то там? Это откуда же столько? Ну, не знаю, надо с той стороны. Ну, это вы можете вытащить. И доски вот они. Не знаю. Это тоже какой-то заход идет. Как только люди появятся, мы все вытащим сразу. Бутылки ваши. Смотри, до самого конца идут наши доски, Володя. Потом надо прийти сюда вытащить, выдержать, топором расколотить, а кусок не вытащить. Самому себе туда везли. Вот на раз здесь есть. Смотри. Смотри, как он прорыл. А ну-ка, на... глубоко туда, нет? Конечно, глубоко. Да ничего нет, сейчас такой никуда. А вниз? Может, у него обвал случился? Может быть, холодно. Пошли дальше. Мы видим, какая она сегодня нора, но не знаем, какая она была раньше. Так. Вот там нора, вот видно так нора. Да. И Маша-то тут дала лапкой своему. Лапкой. Вот какая яма, посмотрите, огромная яма, это село. Укрыто дробят эту ботву. Здесь все стекли, потом там кофе. Вот туда не пройдет, вот смотрите, какие деревья он повалял. Ты проведи сюда, вон туда, вон, обойти ходина была. Ну пойдемте. Вот туда, вот левее, вон туда, вон, вон. Да куда это ветла? Бач, да? Вон туда, где бело. Это ветла? Это ветла, да. Давай, это то, что у нас называется плакучей ивой? Не знаю. Вроде нет там. Нет? У нас не такая. Не такая? Все, обходим, обходим, сестры. Туда вон, идите, Полина. Один
один раз прошел, уже дорога. Да, подвигай его. Да. С нее не капает, не? Нет. Да, вон капает. Смотри, смотри, сено, слезы. Ну-ка, проходи. Я уберу. Где он еще тут надо закурил? А вот смотри, какие деревья повалял. Володя, вот отсюда-то как хорошо видать. Сиди, сиди. Видите? Вот отсюда зайди, если видишь. С моего места. Вообще. Вот это работничек. Там еще толстый, можете потом пройти там и выйти на это. Ну ладно, здесь будем выходить уже, все. Сейчас напрямую надо выйти вот сюда вон. На. Где? Где взяток переработает? Один дом поверхствует 2 метра. 2 метра. Тихонь. 2 за 2 оч. Нет. И одного и гадить. Давай. Какого гадить? Один лажер стоит 5 поль, 2 метра. А одного дяди Володи и пол гнать этих ночи. Попала. Сейчас новый клуб тут у матушки растет с батюшкой. Матушка даже в болоте садит. Тут же нормально тут. Везде. Ну, короче говоря, вот эта канава идет. Она примерно вот такой глубины. А то вы не знаете, экскаватор не так же вырыли. А, вон она, канава. Угу. А для чего она? А для чего эта канава была? Ну, участки огораживали каждый. Огороды свои. Чтобы вода не заходила или чтобы пожар не был? Чтоб скотина не заходила, только скотина. Ага. Нельзя. Так, все. Вы до дома быстрым шагом или бегом, кто как может. У дяди Володи в ограде ждите, сейчас я приду. Все, пошел. Пошел, никакого строя, ничего нету. Быстрым шагом. Достопримечательность потеряется. Вот машина.